Всем привет, YouTube привет, это снова я, пытаюсь ответить на вопросы, вот вы видите, крайние видео, а тут одно за одним, тот вопрос, или тот человек вопрос задал, я как бы не буду уже конкретно писать, кому назначено, чего, вот тут слушаю, вот, ностальгия у меня, такое, это так, маленькое ответвление, когда-то мы были молодыми, слушали вот это вот, вот такое вот, слушали. Вот, но дело не в этом. Так, вопрос. Значит, вот такие вмятины на машинах. Остренькие, продолговатенькие и прочие. Еще они тут вот под жесткостями. Вот, начинаю, пишут, что-то ковырять, там, допустим, китовым хвостом или еще чем-то, да. А, получается, наколы. Ну вот. Как бы это снять бы? Ну, вот такое вот получается. Как бы нечистая работа немножко. Вот такие микронакольчики тут все равно видны. Вот тут как бы и грязь присутствует, и что-то не присутствует. Ну, вот такие вот вещи. Здесь была вмятина. Вот. Под приличным увеличением. Я вот снимаю, она недоработана. В этом дело. Короче говоря, когда человек пытается делать, у него никак не получается. И еще вопрос. Вот какие грибки купить тут. Допустим, на Алиэкспрессе меня спрашивают, там куча всяких грибов. Каких купить? Да покупайте какие хотите. Вот у нас ямка. И она не просто у нас ямка, а двойная. Вот одна вмятина, вторая. Сейчас попытаюсь я. Попытаюсь я показать. Вот. Одна вмятина, а за ней вторая. Вот. Двойная красивая. Что надо? Шоколада. Купить вот таких вот грибов комплект. И больше для начала ничего не надо. Поверьте. Это не с магнитиками. Они взяли и примагнитили. Сейчас я покажу, все расскажу. О чем идет речь. Вот, и этого вам достаточно будет вполне. Вот, 4 грибочка. Купите и научитесь ими работать. У одного тут диаметр 25, у другого 20, там 15 и 10. И хватит за глаза. Иметь пробник, иметь вот такой вот китайский мини-лифтер. Не обязательно вот такой вот немецкий иметь. Этим прекрасно можно поработать. Имейте термопистолет. Вот, естественно, клей. Спиртику немножко. И терпение. Ну и пробник. Пробойники можно. Он обычный. Вот, возьмем мы обычный китайский пробойник. Единственное, я его что доработал. Вот. Обычный китайский пробойник, который уже окончание подбитое. Тут, если внимательно посмотреть, вот, уже не круглое окончание, а у него окончание это самое прибитое, притупленное. Вот видно даже отражение. Вот по отражению видно. То есть это пробойник, скажем, убитый. И вот она, наша вмятина. Начинаем потихоньку работать. Берем большой грибок, ставим. Поставили бок. Посчитали. Раз, два, три. На меня посмотри. Ставим. Вот. Кстати, очень важно. Если вы делаете красную машину, должен быть красный мини-лифтер. Другой так не подойдет. Вот. Будет плохо делать. Вот. Потихоньку. Без фанатизма. Потихонечку. Потихонечку. Потихонечку выворачиваем. Вот отлупнулось. Что мы видим? Мы видим, выдернули лукан. Видно, да? Вот у нас шишка. Как вулкан получилось. Что мы делаем дальше? Вот у нас вот такой грибок большой. Оставляем его здесь. Грибок, который поменьше. Это вот такой. И оплеем. Ну вот второй грибок приклеили.
Это примитивно, я так сказать. Очень примитивно, просто вот, ну, как бы, люди хотят чего-то начать и как-то к чему-то прийти. Вот, тоже досчитал до 3, до 4, у каждого будет по-разному. Вот, раз, щелкнули. Сейчас я его, вот он. Подали спиртом, сняли. Ничего хорошего не получилось. Да? Ничего страшного. Берем еще грибочек. Берем сейчас поменьше который. И клеим. Вот он наш маленький грибочек самый прикрылся. Вот это мы ложим на место. Вот тоже там он уже замерз чуть-чуть. Берем, ставим. Сейчас я тут спиртом чуть грибу полью, чтобы шел клей от грибка. Ну, вот. Ладно, это потом, неудобно и с ней работать. Так, поехали. Вот, берем, отщелкнули. Вот. Видите, что все мелькает, блымает. Ну, по-другому, у меня оператора нет. Съемки на телефон. Что мы видим? Жерло вулкана. Хорошо. Берем пробойник обычный. Тайский. Не американский, не финляндский, не европейский, никакой. Обычный китайский. Берем, обстукиваем. Присаживаем. Плавно. Без фанатизма. Вот. И смотрим, что получится. Вот, пробили ямку. И ставим опять, стараемся по центру, ставим грибочек. Грибочек. Вот видите, чуть нажимаю, прям вся поверхность дышит тут вокруг. Дадим ему чуть-чуть замерзнуть. Вот, и этот грибок оттуда выкинули. Заводим. И потихоньку таскаем его. Опять без фанатизма. Вот. Что мы видим? Вот. Мы видим, что опять то же самое. Мы получаем вулканчик, но уже гораздо меньших размеров. Опять же, берем все вот это вокруг. Вот, вот эту красоту аккуратно забиваем. Уже ямка-то у нас гораздо меньше стала. Вот, это не пособие и не руководство. Это просто-напросто вот простой пример, примитивный того, как можно обычными там двумя-тремя грибками делать такие вот. Они считаются как бы несложными. Но иногда люди теряются. Тем более, когда без опыта. А хочется. Ну вот хочется, берите, пробуйте, учите. Как говорится, набивайте руку на этом. Вот сейчас мы опять берем вот это все забиваем. Потому что, как мы видим, у нас вот это вот место, оно возвышается. Его надо забивать. Вот мы получили опять. Забили. Плавная вмятинка у нас получилась. Вот. Сейчас берем грибочек, ставим и тянем. Смотрим, вынули все это опять. Вот она у нас. Маленькая вмятина с бугорочком. Так вот, раз, два, три, столько, сколько надо. И потихонечку выдергиваем. И вот это вот все разбиваем, разбиваем, разбиваем. В итоге получается, в итоге... Получится ровное место. Сейчас я пробью и покажу. Вот. Вот в очередной раз мы передернули. И у нас получилось, что уже практически вот в том месте, где у нас была яма, вот она. У нас нормальное место. Только вот здесь вот чуть-чуть осталось. И все. Потом поднять надо будет чуть здесь. А за вот эту часть... Вот, и практически
Вот. Мы не будем сейчас рассматривать вот эти вмятинки там вокруг. Тут вопрос в принципе. Вот здесь еще немножко поднять, лишнее позабивать. И в принципе можно сказать, что у нас все получится. Это опять же для тех я показываю, что не надо покупать кучами грибы. Вот такими вот набами. Чем больше, тем лучше. Сначала надо разобраться. Вот, взять разных размерчиков. Вот тут 4-5 бочков. Вам будет достаточно. Так же, как и мне сейчас. Этого вполне достаточно. Вот. И сделать. Сейчас забью. Вот, немножко почав. Вот, мы видим, что плавная, небольшая вмятинка. Вот она у нас. Сюда сейчас нам поставить еще грибочек. И в принципе, если, как говорится, без фатизма, то уже от ямы ничего не осталось там. Вот так видно. Вот что получилось. Я снимаю. Теперь мы берем вот так, смотрим. Практически вот эти вот вмятинки, они и были тут мелкие. Вот здесь вот такая вот вмятина большая. Тут ее, конечно, еще неплохо доработать, но вопрос, в принципе, был задан, как вот эту вмятину. Вот мы видим, да? Осталась как бы такая вот ерундистика. И была вмятина серьезная. Вот. Ну как серьезная. Не аж маленькая, как вот эти вот вмятинки остались. То есть вопрос в принципе. Вот, 5-20 миллиметров. Вот такой мы грибок первый ставили. Вот, ставлю его рядом. Для сравнения. Вот, и то, я еще раз говорю. Тут я показал в принципе. Дальше, конечно же, все эти неровности надо поднять, доработать. Поднять, пробить, сколько. То есть вопрос в принципе. Вот он, комплект грибочков. И будет неплохо, если они будут оборудованы магнитиками. Потому что когда это все отстреливает пистолета, оно прекрасно прилипает. А так эти грибочки будут падать и лететь под машины. Ну это опять же вот, неплохо. И пробойнички вон оборудованы магнитиками. Но со временем это можно. То есть для начала вот, нужен свет. Нужен свет. Вот, его правильно надо выставить. Вот, чтобы видеть все дефекты. Вот, вот как сейчас. Вот мы видим, что тут еще неровности, то есть вмятинки. Но уже такой большой вмятины, страшной, которую люди вот ему задали вопрос. Я пытаюсь, говорит, а у меня не получается, у меня металл идет с камнем. Ну вот, можно вот так попробовать выклеивать и неспешно. Ну вот, за 10-15 минут, как бы, можно это делать. Это все видео для начинающих. Вот. А со временем будете делать так, что вы не будете. Посмотрите, плюнете, скажете, нафиг мне это надо. Ничего и не буду. Вот, мне это не интересно. То есть, чтобы пробовать свои силы, хватит силы желания и терпения. Да, не хватит, значит надо бросать. Вот. А в принципе, вот мы видим, вот вмятинка у нас, да? Вот, тут под ней мастичка. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. И привет. Ее уже не видно. Вот как-то так. Дерзайте, старайтесь. Все получится, если есть желание. А если нет желания, тогда надо. Пусть это делают другие.